Израильские власти начали возводить бетонные заграждения на границе с сектором Газа для укрепления безопасности ближайших к анклаву населенных пунктов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба армии обороны Израиля. По ее информации, церемония закладки первого камня в основании будущей стены состоялась в среду при участии представителей армейского руководства, Министерства обороны и местных властей. Проект получил название «Безопасная дорога». Полномасштабное строительство будет развернуто в ближайшие месяцы и должно завершиться летом текущего года. Цель безопасности дороги – сделать так, чтобы весь трафик в этом районе был защищен от угроз из сектора Газа как в обычных, так и в кризисных ситуациях, отметил командир дивизии Газа израильских армий подполковник Ави Розенфельд.